Всем хай, с вами Сив Про, и сегодня я вам покажу мод на анимацию блоков для Майнкрафта Pokédation. Собственно, после данного мода в вашем мире Майнкрафта появятся блоки, которые будут анимированы. То есть у них появится своя анимация. И это выглядит просто суперски. Данный мод присутствует на ПК, и он там лучше где-то в 10 раз. Но сами задумайтесь, это Pokédation. И здесь могут делать уже такое. Что ж, стоит мне ли оборачиваться назад? Наверное, да. И, собственно, друзья, вот наши блоки. Начнем с самого первого. Это алмазный блок. Присмотритесь, он изменяет свой цвет. Редстоуновый блок также движется, и он также анимированный. Но самое прикольное, это у нас кварцевый блок, друзья. У него анимация просто зашкаливает и радует глаз. Также есть анимация и у алмазного такого столика зачарования, который просто блестит. Друзья, и у Redstone блока есть своя анимация, это передвижение вот этих пиксельных кубиков, что довольно прикольно. Опять во время уже какого видео у меня начинается дождь. Ладно, друзья, собственно, даже у этой лампы есть своя анимация, она потихонечку меняет свой цвет. Что касается изумрудов, они просто моргают. Как моргает и вот это золото. Друзья, на данный момент присутствует всего лишь несколько блоков. Это потому что первая версия на нашей Майнкрафт, мобильной версии Майнкрафта 0.17.0. Но в скором времени будем ожидать более новых обновлений данного мода и будем ждать новые блоки с новой анимацией. Собственно, друзья, обязательно ставим лайки за такой мод, и, друзья, и подписываемся на канал. Собственно, до скорых встреч!